Меня зовут Ольга, я представитель компании Евроторг. Звоню сообщить, что у вас накопились бонусы за ваши покупки в магазинах, которые являются нашими партнерами. Бонусы у вас уже накопилось 2000, и сейчас вы можете воспользоваться вашими бонусами и приобрести товары со скидкой до 60%. Плюс каждому заказанному товару вы можете выбрать подарок, такой как фен, электрочайник, пароочиститель и тому подобное. Подскажите, будете использовать ваше бонусное накопление? Что за фирма? Это где она? Я представитель компании Евроторг, и я вам позвонила для того, чтобы сообщить, что у вас накопились бонусные Да, это я услышала. Бонусы. По условиям бонусной программы вы можете приобрести товары со скидкой до 60% от цены товара. Плюс каждому заказанному товару вы можете выбрать подарок, такой как фен, электрочайник, пароочиститель. Также до 60% вы оплачиваете бонусами, а остальное оплачиваете при получении. Доставка для вас бесплатна, либо курьером, адресная доставка, либо в ближайшем отделении Новой почты можете забрать посылку. И представлено 4 категории товаров. Все для дома, кухни, для автомобиля, для отдыха и электроника. Подскажите, какая группа товаров вас интересует? Я озвучу перечень товаров, а вы примите решение, какой товар можно приобрести для себя. Я сейчас вам сразу никак не могу ничего сказать. Я подумаю потом. Над чем вы хотите подумать? Что мне нужно? Но действие бонусов ограничено сегодня до 19:00. Они будут действовать. А если вы не воспользуетесь этим выгодным предложением, то они будут аннулированы. Хорошо. Значит, будут аннулированы. Я вас услышала. Спасибо большое.